И всем привет, дорогие друзья, с вами Владимир, и сегодня я вам хочу сказать о релизной версии iOS 13.4. Да, она вышла, и что хочется сказать, то есть все те же изменения никаких и не произошли, что нового было. Тот перечень, который я вылаживал, без изменений, это эмодзи, то есть какие-то нововведения в NFC, CarPlay, Apple Music, использование AirDrop, Safari и так далее. Ничего не добавили и ничего не убавили. Но мы говорим в целом о системе, то есть как работает система. Я вас спрашивал, нужно ли вам, чтобы я вылаживал именно скорость работы на открытие-закрытие приложения. Я считаю, этого делать не нужно. Есть самый простой способ — перейти в настройки, в раздел аккумулятор, дождаться, пока прогрузится статистика аккумулятора, и мы с вами пролистаем. Вот первый раз видели, подвисает, это ничего. Если потом нету никаких фризов, значит система уже стабильная и никаких глюков в принципе нет. Ну только если у вас там не вылетают какие-то приложения. Но опять же, это все фиксится каждой беткой и все такое. То есть, что, на что еще стоит обратить внимание? Если система не глючная, нормальная, стабильная, это хорошо, уже можно накатывать. Следующее. Нужно разобраться, как работает батарейка, как она держит. Видели, если у меня емкость нормальная, доступная, то есть до 70%, это в принципе нормально хорошая батарея, и можно ею пользоваться. Если же она уже 75% и ниже, то естественно нужно ее заменить, потому что телефон уже будет как бы, ну, не та работа аккумулятора, смысл это издевательство над собой. Замените на нормальную новую батарею и пользуйтесь. Вот. Стоит ли обновляться? Ну, конечно же, стоит. То есть по батарее я вам еще ничего не скажу, нужно попользоваться полноценно до следующего вечера, и как бы тогда уже можно что-то, в принципе, говорить. Но мое мнение, вы можете смело накатывать, это релиз, никаких багов нету, я уже в 6-й, в 5-й бете ничего такого не видел, в принципе. Поэтому можете смело накатываться. Вот, вы опять же дайте как бы оценку, нужно ли мне записывать скорость работы, или мы будем акцентировать внимание именно на вот таких моментах, на которых я сошелся, согласны вы со мной или не согласны. Посмотрите очень интересное видео касательно проекта B2B, то есть это тот проект, о котором вы можете задуматься, зарабатывать деньги. Это все те выплаты, которые мне начисляются, я вывожу на карту, либо на Perfect Money, либо получаю в магазинах. Если вам будет интересно, регистрируйтесь, ссылка будет в описании, и будете получать точно такие же деньги, как и у меня. B2B Jewelry – это ювелирная компания, которая предоставляет нам возможность вложить депозит на серебро и золото 338% годовых, 8% в неделю. Переходите на сайт, либо по ссылке в описании, заполняйте все ваши данные, пароль, ID менеджера, номер телефона. Затем переходите уже на свой сайт в личный кабинет, заполняете все оставшиеся данные, крепите карту, переходите в магазин, покупаете сертификат, и вы есть счастливым клиентом компании B2B Jewelry. Живите в достатке!